10 секунд будет. А у тебя бесцветный, что ли, какой? V7,5 и V15 смешно. Рома, дай на прямой посмотреть, поднимется или нет. Всем внимание. Наталья, бревно, в реке плывет бревно. Бревно! Заходим круче. Правый, дальний, круче заходим. Вон. Сейчас не мешается. Оно влево идет. Она может на дальний буй вот сдуть ее. Тогда придется тормозить гонку. Так, у нас вон там модель, если что, на гибком валу. Но... Рома ее не раскочегаривает пока. Посмотреть хочется. Вот, чуть-чуть прибавил, Ром. Блин, Рома! Это не электричка. Вот, поднимается чуть-чуть, да? Только ты все равно не навалил их. Не идет больше, да, Ром? Ну чуть-чуть это. А ты что, скидываешь, да, потом? Правый верхний, да. Люки. Левый верхний будет модель. Правый. Правый верхний. Правый, правый, пардон. Правый верхний будет модель. Ух ты, блин, есть контактник. Владимир Михайлович подбили. Третий номер. Минус второй. О, нормально, кстати, снизу пошла. Рома, это семерка, да, за нами идет? Да. Просто посмотреть для сравнения. Пила специально, да?
Спортсмен нанимает этот плюс час. Ромка, ты чё творишь? Там что творится сейчас?
Прошло 10 минут. Игорь, армированный скотч есть. Владимир Михайлович не рискует к вам лезть, как бы. Но он специально. Так, Александр Иванович раскочегарил. Пять минут гонки. Ай-яй-яй-яй-яй, опасно! Гонка! Хорошо, ты в Лёхину дырку не заехал, Ром. Левый верхний.
Вячеслав, левый верхний, вот. Шлёпку вышел на дистанцию, спортсмены, внимание. Thank you.